Меня мучают кошмары. Шокирующее убийство. Тело доктора Флоренс было обнаружено сегодня утром. Ты знала ее? Нет, но я видела ее смерть. Все как наяву. На моих глазах происходит жестокое убийство. Кто здесь? Его зовут Гэбриэл. Он как-то связан с моим прошлым. До того, как мы тебя удочерили, произошло нечто ужасное, и это глубоко травмировало тебя. Не говори так. Мэдди, с кем ты разговариваешь? С Габриэлом? Воображаемый друг? Он дьявол. Кем бы он ни был, он вернулся. Он снова убил. Он уже близко. Он хочет говорить с вами. Мам, что ты знаешь? Он идет за мной. Злое.